2 октября и 18 марта Православная Церковь отмечает День памяти благоверного князя Феодора Смоленского. Князь Феодор Ростиславович Смоленский – христианский святой, почитаемый Православной Церковью, считается небесным заступником города Ярославля. Благоверный князь Феодор по прозвищу Черный был одним из сыновей смоленского князя Ростислава. Он являлся дальним потомком князя Владимира. Князь Феодор был очень благочестивым правителем и правил честно. Он вел христианскую жизнь и почитал священников и монахов, помогал бедным. К мощам святого князя Феодора постоянно съезжаются люди, чтобы помолиться об укреплении веры в Господа, а также об избавлении от болезней. Также у князя просят помощи в трудный жизненный период. Молитва Феодору Смоленскому об укреплении веры. О Велиции, угоднице Божия и чудотворце, святие и благовернее князя Феодория, Давиде и Константине, припадающие к святым и многоцелебным мощам вашим, молим вы со смирением, верою и любовью. Прострите благоприятные молитвы ваши ко Господу и Создателю нашему, и умолите Его благость. Даровать нам вся нужное к житию всему временному и потребное к вечному спасению нашему. Веруем было несумненно, яко вся возможно вам, яко истинным Его угодникам. Сего ради просим вы, и спросите нам у царя царствующих и господа господствующих страждущую страну российскую. От лютых безбожник и власти их Господь да освободит верных рабов Его. В скорби и печали день и ночь вопиющих к Нему. Многоболезный вопль да услышит, и да изведет от погибели живот наш. Да прославляем человеколюбие в Троице, славимаго и поклоняемого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и ваше святое заступление во веки веков. Аминь.